Привет, канал Lino Games. И сегодня мы поиграем в Block Strike. Тут почти нету лагов, так что надеюсь, все будет отлично. Сегодня я Валина, Ганта Наклза уже убрали. То помню, было время. С Уганда Наклзом. Вот сюда пойдем. Сейчас наваляем им. Мистер Драгон. Стоп. Чет. По голове себе мачет. Как он через шипы проходил. Оп-оп. Это Азазаз. Это карма у красных. Это красная карма. Что происходит? Что происходит? Вообще. Ой, что-то он переборщил. А нафига он две вот эти включил? Ну да, там невозможно. Там оно пропадает, конечно, через определенное время, но мне кажется, оно пропадает несколько минут. Ну или минуты, я не знаю. Я точно не знаю. Оп! Кстати, наверное, было видно, что у меня первый уровень. Но на самом деле у меня 5-й или 6-й уровень. Просто я там с аккаунтами намудрил. Поэтому у меня другой. И другой ник, и другой уровень. Если я не ошибаюсь, то 5-й. Я очень давно играю в эту игру. И только на 5-м. Так, а что ты ждешь? Надо прям пробегать моментально. Все, он хороший, чувачок. Чувачок, будь таким же добрым, и тебя не поймают. Стоп. Спрыгивай. Вот в чем сложность была, только надо было сразу спрыгивать. Но на вот этой линии начинает уже бить. Опа! Она не убила. Уи! Как весело. В кавычках нет. Ой, ё-моё. Какое большое количество игроков лагает. Именно когда я играю. А он тут стоит тупо спокойно. Что-то он там АФКшит. У кого-то психоатлетика. Слышь, ты, котлетка. Крутится, вертится, шар голубой. Тот же самый случай. Надо бежать быстро прям. Ну, они нубики. Я имею в виду красные. Чё? Я не знаю, было видно или нет, но он висел на руке. Да ё-моё, какие лаги-то сильные. Ой-ё. Чуть перед бомбой. Она была опущена. Походу, сегодня нам не будет вести. Напишу привет. Привет.
Так, а ну. Все, кто какую выберет. Че? Че? Туль. Буви. Че за Буви? Свои Буви знаешь? Убей свои Буви. Нубик. Красные нубики. Главное, чтоб вот этого не убили. Ну вот это. Опа. Опа. Ай. Это не шутки. Ты сейчас пройдешь. Давай, чувак, ты пройдешь, ты сможешь, ты сумеешь. Тут было невозможно. Синий наш победил. Наш синий победил. Если он не победил. Ест! Синий победили, синие победили. Ебой. Ебой, ебой, ебой. И барабой, и барабой. Ой! Ебой. Чуть ошибся номером, извините, пожалуйста. Я один знаю. И я один знаю. Сейчас я запрыгну на этот бак. Еще вам покажу на Делай. Карта, по-моему, Делай называется. Почти Билайн. Похоже. Беги ты, блин. Да беги ты, не останавливайся. Надо бежать как можно быстрее. Ну давай ты. А, подожди тогда. Не-не-не-не-не. Не сработает. Опа! Ну давай. Уже, по идее, должно было пройти это все. Undertale. Что? А что непонятного? Ну давайте быстрее. Все. Все. Синие снова победили. Сейчас я на один вот этот как раз баг запрыгну. Главное, чтобы он получился. А почему? Оно должно было сработать. Это был такой баг. Сейчас еще раз попробуем. Ибо он доступен игрокам выше 5 уровня. Ну, 5 игрокам 5 уровня. Я не знаю эту логику этой Я не знаю логику этой игры. Я весь путаюсь. Секундочку, надо. Не. Ебу, я за гранату. О! Умерли. Чё? Он по воздуху прыгнул.
Когда я твои ноги не вижу, это не значит, что ты уже там. Опа! Один уже умер от вот этой вот галлюцинации. Чё? Это как? Чё? Е, мы победили. Повезло. Раз красные победили, а то все синие, да синие. Надо грязь отодрать от гаджета. Ну, с бомбёжкой. А там как раз взорвалось. Давайте все туда, все. Крутится, вертится шар голубо-белый, голубо-белый с людей. Я б такого не выстоял, наверное, такой скорости. Я б тупо... Чё они на шипы прыгают? Прям раз и на шипы. Раз и на шипы. Ну, я не знаю. Вообще, что там ещё можно придумать, когда раз и на шипы. Раз, мы бежим вперед и умираем. Разница чисто в десятку. Ебой. Хотя бы я не тускливый. Ой! Ой, минус. Ой! Я ж напугался. Хорошо, что я не прыгнул в этот момент. А то б я лоханулся немного. Не в ту сторону. Опа! Ай! У Эпик Пай! Эпик упала! Поняла! Собака! Прям подо мной это сделал. Он не молодец. Пс. А я, кстати, еще один баг знаю. Там, если встать в уголок, то... Я все время забываю про это. Если встать в уголок, когда красным играешь, прям от кнопки первой в уголок, прям зажаться. По-моему, в правый угол. Прям в начале коридора, то, по идее, огонь не должен захватить. То есть ты останешься живым. Ну, у меня так один раз сработало. Я просто сбежал, забился в уголочек и выжил. Так. Так, ну давайте уже. Давайте. По идее, я подтвердил аккаунт. По идее, видео должны быть больше 15 минут. То есть сколько хочешь. Может даже бесконечно. И все должно работать. Почему я все время забываю про эту фигню? А он что, краситель, что ли, на это добавим ему нужен? Кто-то что-то трогает. Ё-моё! Да сколько вас уже дохнет? У вас что, галюны? Да вы психи, я не пойму. Я даже не знаю, как вас по-другому назвать. Опа! Все, красные победили. Следующая карта.
Пицеры. Все, это самая маленькая карта и самая легкая. По идее, тут, по-моему, 400. Раз, два. А, нет, больше. Тут большая ловушка. Мне надо вспомнить карту, это точно, уже говорю. Уже 54. Сейчас должно быть уже 16. Все, 16 минут. Сейчас посмотрим. Если выложится видео, то все нормально. Если нет, то значит не подтверждено ничего. Что я подтвердился, у меня на моем аккаунте написался пароль, и я его ввел. По идее, все должно работать. Теперь видео должны быть больше 15 минут. Ну, минус. Они сдохнут. Прям полюбас. Бас-бас, полюбас. Все, минус. Минус. Только жаль, там не так прям эпично. Малень. Если бы я умел создавать карты, я бы сделал так эпично, чтобы они прям там взрывались. Опа! Я прыгнул два раза. Вот результат. Ну, это карта самая легкая. Если правильно посчитать. Ну ты прыгни назад, прыгни. У меня ник Five Read на аккаунте, который на Ютубе. Five Read у меня. Точно не помню, какой уровень. Так. Беги, беги и руки не сведи. Беги, беги и руки не вручи себе. А как можно себе руки не вручить, если они по-любому? Наверное, сейчас уже будем уже закругляться скоро. Вот у меня тут таймер стоит. Почти что в углу. Так что я все вижу. Так. 18-14. Так. Все, теперь я не лоханусь. Теперь я не лоханусь. Все, я не лоханулся тут. Почему оно там пропало? Мистер Драгон. Мистер Драгон, пожалуйста. Сам сгори в огне. В огне. В этом огне. Так. Ну, давайте уже. Хоть кто-то. Все, они прошли. Они. Да не прячьтесь. Не прячьтесь. Все, минус. Все. Готово, 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 това, това. Готово. Крч, крч. Кр-кр-крч. Каркарыч. Слышь, карта. Каркарыч, слышите? Не подписчики. Каркарычи вот эти синие. Там как раз в мультике Каркарыч синий. Либо он фиолетовый. Не, Сауни вроде бы фиолетовая. А Каркарыч синий. Вы смотрите, вы должны пройти как бы. Я напугался, извините. Ебуй. Хотя бы эту ловушку. Опа! Сразу двое. Чё, я один дал? Один. Отвалите, 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 отвалите. Блин, не получилось. Ну что ж, всем спасибо за просмотр.
были на канале Linux. Всем удачи и всем пока. Это была игра Blockstrike.